Как уже отметил глава города Николай Юдин, 2020 год должен стать для Ирбита прорывным с точки зрения жилищного строительства. И самая большая стройка развернется на улице Маршала Жукова, где к реализации готовится проект возведения 90-квартирного жилого дома. 90 квартир – это только одна секция. Проект в целом предполагает строительство 140 квартир в двух секциях – 23-комнатных, 62-комнатных и 61-комнатных. Комфортабельный жилищный комплекс, спроектированный с применением энергосберегающих технологий, появится по адресу улица Маршала Жукова, 15. В границах одного земельного участка будет построен жилой комплекс, состоящий из двух домов. При этом предусмотрена проектной документацией блочная газовая модульная котельная мощностью 0,8 мегаватт, которая будет обеспечивать оба дома как отоплением, так и горячим водоснабжением. То есть дома будут, в принципе, автономными. На пустыре площадью 9 с лишним тысяч квадратных метров, где сейчас растет дикий кустарник и стоят стихийные гаражи, уже в 2020 году развернется первый этап строительства. На самом деле сейчас мы определяемся с тем, чтобы в первом этапе были проведены те работы, которые, скажем так, черновые, заложить фундамент, провести сети, все, что связано с раскопкой. Все, что ниже нуля, то есть то, что под землей. Возведение стен жилого дома запланировано на 2021 год. Строительство пройдет по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева за счет областного бюджета. Его жильцами станут педагоги, врачи и переселенцы из ветхого аварийного жилья. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев. НТС Ирбит.